27 июля. Участок с различными нормами. Сорт Триза или Тризо. Первая норма 5 миллионов. Сорт достаточно пластичный. Давно его знаю, давно его мучаю. Но не так давно стал мучить с нормами высев. В основном у нас была как бы стандартная норма. Это 5 миллионов. Которая в целом навсегда давала как бы успех. В то же время в прошлом году попробовал посеять его с нормой 2 миллиона. 2, 3, 4, 5, 6 миллионов. И знаете, я был поражен тому, что даже с низкой нормой сорт не уступал ничем по урожайности с нормой высокой. Как бы я задумался, почему так вообще произошло. Ну, сейчас как бы мне эта тема стала интересной. Как бы есть некоторые теории, которые меня в целом вдохновляют на то, чтобы делать такие опыты. И даже опускаться еще ниже. Поэтому это очень интересно. Кстати, здесь вот виден такой вот краевой эффект. И здесь получается, что как ванна. К примеру, здесь колоски крупнее, здесь они мельче. А в то же время, как бы эта норма 5 миллионов. 4 миллиона. Триза. 3. 3 миллиона. 2 миллиона. Та норма, которая в прошлом году меня поразила. Я даже пожалел, что не посеял 1 миллион. В прошлом году это, конечно, было 65 килограмм. В этом году это 80 килограмм. И 1 миллион. 1 миллион 40 килограмм. Норма высева. Но в целом все отлично. Все отлично, все хорошо. 40 килограмм. А здесь уже с междурядья там 25 сантиметров. Здесь также 25 сантиметров. Но здесь уже с таким междурядьем это 1,5 миллиона. 60 килограмм. Вот так вот выглядит пшеничка наша. 2 миллиона. 2 миллиона. Ну и 2,5 миллиона. С междурядьем 25 сантиметров. В целом отличные опыты. Отличные. 5 миллионов. Поэтому в этом году, конечно, я можно сказать рад этим опытом. Два миллиона, один миллион.